Теплая вода и теплая погода будет еще 3 дня. Поэтому я сейчас рвану на Морька в Алуште, прямо здесь, и поплаваю. Вчера я был уже, вода отличная, берег отличный, то есть интересно и рыбок посмотреть, и дно интересное. Поэтому я уже собрал здесь все. Здесь тоже собрал все. Все. Сейчас я рвану на берег. Поплаваю там, покупаюсь. Все это вам покажу. Фух, такая жара. Вообще просто. Не то что жара, а жарень. Я не представляю себе, что там синоптики говорят, что прохлада какая-то будет. Ночью, может быть, и будет. Но днем, блин, это точно вариант вообще не тот. Так, сейчас я быстренько уберу все солнце. Потому что очень сильно жарит. Прямо вот совсем. Фух. Палатки сейчас будет как в духовке. Самое главное, чтобы море не было холодным. Да не, ну вчера купался, вообще было классно. Но вчера я камерку, к сожалению, не взял. Так, сюда. Приехал я на скутере, потому что на велике что-то я и тапки не нашел. И... Ух! Ёперный балет тут. Мясо вялить можно. Жара вообще. Море просто класс. Вообще супер.
по нашему Алушкинскому морю. Ну, непосредственно вот пляж возле лодочных гаражей, возле Мудистого. Вода очень чистая, особенно утром. Очень классно. Вход в воду, ну, такой нормально. Никаких там острых камней, там ничего такого нету. Но дно интересное. То есть таких сильных перепадов нету. То есть оно плавно-плавно, вот где-то, допустим, от берега метра 3-4, оно идет где-то на глубину, наверное, 1,5-2 метра. И дальше плавно уходит где-то на расстоянии, может быть, метров, ну, вот как до пирса. То есть длина пирса — это где-то уже 3-3,5-4 метра. Ну, посмотрите, мне как бы все понравилось, все отлично. Единственное, что каких-то крупных валунов, крупных камней не особо много. То есть такой больше равнинный рельеф. Много медуз, правда, медузы маленькие, вроде бы безвредные. Ну так одна меня здесь так за шейку куснула, там где родинка вот чувствительна. Ну, можно считать, что вреда от них нету, но они есть. И рыбок мало. То есть вот я заснял стайку мелких рыбок и стайку крупных рыб. Вот это, наверное, первый раз, когда я все-таки, наверное, подумываю об арбалете подводном. Ну, просто, ну, я подумываю об этом. Тем более, я не какой-то там браконьер, еще что-то, поймать там 2-3-4 рыбки, покушать. Я думаю, море от этого хуже не станет. Вот, в целом отлично, вот два заплыва у меня по полчаса, нормально, ну, прохладно, уже через полчасика начинаешь подмерзать. Вот, температура воды сейчас где-то 23-24, я думаю, в таких пределах. Волнение не сильное, но такое приятное. Ну, примерно что-то вот такого плана. Вода отличная, прозрачная, утром вообще прекрасно. Так что вот это место для плавания в Алушке с маской мне понравилось. То есть я теперь сейчас буду ездить, по крайней мере завтра я еще планирую поехать, но не в это, в какое-нибудь уже другое место поплавать, посмотреть. Итак, голубчики, Лёшенька отплавал 3 раза по полчаса, ну так, более-менее, стараюсь уже нырять, причем нырять не в статике просто, а в динамике, то есть нырнул и ножками там шевелить, получается уже неплохо, то есть, скажем так, не так, что я нырнул, 2 раза ластами зачерпнул и у меня уже все, позыв, то есть, ну, в динамике секунд 15. То есть вот нырнул и в динамике, то есть я ныряю, плыву и могу что-то делать, то есть как бы вот как-то активно быть под водой. Ну, в планах, конечно, довести этот показатель до, скажем так, уверенные минуты. То есть, чтобы я мог спокойно, допустим, нырнуть, посмотреть, как-то вот обсмотреться на дне, может быть, сделать какой-то кадр или рыбку подстрелить, потому что рыба такая плавает. Ну, скажем так, мне жалко, что я не могу ее подстрелить. То есть я как бы все знают, что я пацифист, гуманист за здоровый образ жизни. Но вы знаете, как я уже сказал, я не сетью ловлю и для себя чисто покушать, а это можно.